Детям из неблагополучных семей помогают собраться в школу сотрудники полиции и члены общественного совета при ОМВД. В округе накануне Дня знаний проходит специальная акция, в рамках которой группа общественников посещает школьников и родителей, состоящих на профилактическом учете. С ними проводится беседа о том, как важно грызть гранит науки. Ребятам дарят подарки, а взрослых просят обращать внимание на успеваемость их детей и внешний вид. Акция проводится не первый год. На этот раз планируется посетить порядка 100 семей в разных городах и районах Югры. Пытаемся адресно помощь оказать, может быть, психологическую, моральную помощь, правовую. И, конечно, для нас самое главное, как для родителей своих же детей, чтобы эти ребятишки были счастливыми, здоровыми и полноценными, пошли в первый класс и учились только на одни пятерки. Надо отметить, что вот эти дети, либо их родители, они состоят на профилактическом учете. И задача этой акции – показать, что полиция не является чем-то таким страшным, чего надо сторониться или бояться. А наоборот, это своего рода друг, который придет на помощь в трудную минуту.